Несоблюдение противопожарных норм привело к очередному закрытию торгового комплекса. На этот раз не повезло «Глобусу». Это уже не первый объект, который приходят судебные приставы. 25 мая вечером владельцам торговых точек посоветовали собрать свой товар и не выходить на работу. Но на следующий день предприниматели все-таки пришли. Двери торгового комплекса были закрыты. Только в убытке, это каждого предпринимателя. Всех, абсолютно всех. У некоторых истерика, понимаете, просто плачут. У людей маленькие дети, у людей кредиты. Это минус уже 2 недели. Как он? 4 часа людям пришлось ждать на улице. Судебные приставы опечатали входы и выходы в помещение. Администрация не шла на контакт. Помещение закрыли в соответствии с исковыми требованиями прокурора Эстонского района. Объект не будет работать до соответствующего решения суда. Владелец торгового комплекса «Глобус» Алихан Тавказахов обещал возместить предпринимателям убытки по простою товара и арендной плате. Мы уже давно занимаемся, чтобы устранить недостатки, чтобы пожарная охрана у нас работала. У нас в деловом работает, здесь работает. У нас почти единственный, мы не могли сделать в первом павильоне. Вам, я как директор, обещаю, что то, что вы понесете убытки от этого, то, что вас не будет, мы это компенсируем.